Всем привет! Сегодня 7 июня. С вами Александр. Сейчас пройдем на пляж, посмотрим, какая вода, какая погода. Ну и так далее. Поехали! На море, на пляж, точнее. Вот. Люди гуляют. Все прекрасно. Здрасте. Как водичка? Как парное молочко. О, классно. Вот люди говорят, что как парное молочко. Теплое, в общем. Ну, сейчас посмотрим, заценим. Какая вода. Погода вообще прекрасная. Море штиль. Говорят, дельфины плавают. Кефаль гоняют. Здесь вообще не очень глубоко, поэтому стая кефали здесь в это время года особенно ходит. И дельфины очень часто приплывают, как на кормежку покормиться. Вот мы ближе подошли. Погода шикарная. Вот такая водичка. Сейчас мы по ощущениям померяем. О, водичка, правда. Вообще классная. Чистейшая просто вообще. А он, походу, рыба была. А ну-ка посмотрим, сейчас может кто выпрыгнет. А это у нас кто? Краб. Походу. Да. Вот такой крабик. Это вот самочка с икрой. Смотри, краб какой. Смотри, краб. Самочка. Вот такой вот крабик. Прям возле берега был. Но мы его выпустим. Ее точнее. Это самочка, вон у нее икра. Надо ее подальше туда. Все, пусть живет, размножается и будет много крабиков. Вот такой закат красивый. Вот еще хотел показать, какие ракушки у нас на Черном море водятся. Эта ракушка называется рапана. Ее можно есть. То есть ее варите, чистый белок. Очень полезное и много витаминов мяса. Вот, в интернете очень много про это подробностей. Вот она тут в песке, как бы это все отмывается. Варишь, можно пожарить потом после варки. Просто когда варишь, надо вытаскивать. Вот. Ну, это маленькая. Есть, конечно, такие с кулак побольше, там побольше мяса. Вот. Если вы такие ракушки вылавливаете, вы оказываете услугу Черному морю на самом деле. Потому что это обитатели вообще, они завезенные, и они хищники. Они моллюсков поедают, которые чистят море. Вот, вот эта ракушки называются двухстворчатые. Это моллюски. Вот они являются чистильщиками моря. Они чистят воду, фильтруют через себя и поедают всякие бактерии. И так далее. И вода очень чистая, прозрачная. И вот вот эти моллюски, их поедает рапана, которую я показывал. На парапланах летают, прям низко вообще. Но это, честно, первый раз вижу. Обычно они высоко. А это он, наверное, садится. Нет. Взлетает. А он пошел на разворот, на разворот. Вот это низко летает. Экстремал. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, будет приятно. Это меня мотивирует на более часто снимать, выкладывать видео.
кому интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, может какие-то определенные места в Анапе показать, съездим, поснимем, покажем, вот, ну все, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, пока!